очень приятно, что я сегодня здесь, на этой сцене. И вот учитывая, что я в первой песне затронула тему мамы, и сейчас я хочу спеть для вас песню о женщине. Как вы поняли, уже разговор пойдет о маме. Любовь к маме мы проносим сквозь всю нашу жизнь, от рождения и до тризны. Поэтому песня называется «Мама». Я попытаюсь, не буду ничего. Вместе с вами. Айскан хит, сколько нас.
Российской России Юстина.